Из муниципального бюджета закуплено 2318 экспресс-тестов на антигены для учителей столицы и вспомогательного персонала. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан. Он уточнил, что тесты были закуплены по заниженной цене всего 93 лея за единицу. Экспресс-тесты были закуплены по 93 лея, а не за 250-300 леев и более, как они стоят в медучреждениях, куда государство посылает для тестирования учителей, воспитателей, нянечек. «Мы выделим по 100 тестов для каждой школы Кишинева», – уточнил Чебан. Напомним, на прошлой неделе одна из общественных ассоциаций столицы передала муниципалитету 500 тестов. Тем временем в мэрию поступило еще 300 экспресс-тестов. Ранее сообщалось, что для закупки тестов для учителей мэрия готова выделить 3 миллиона леев из бюджета. Напомним, Федерация профсоюзов образования и науки подвергла критике решение Национальной комиссии общественного здоровья, согласно которому невакцинированный преподавательский, непреподавательский и вспомогательный персонал будет из своих собственных средств и каждые 14 дней делать и предоставлять результаты теста на COVID, экспресс-антигены или ПЦР до момента охвата вакцинации 95% взрослых в каждом образовательном учреждении. Федерация отмечает, что проведение учителями теста за свои деньги похоже на злоупотребление. По официальным данным, к настоящему времени 94% сотрудников образовательных учреждений Кишинева получили первую дозу вакцины против коронавируса.